Дети обожали ее, пока не пропала Лаура. Мы справимся с этим. Они повесили на нее исчезновение этой девочки. И кто твои друзья, клоуны? Смешно. Ну что, в гости к шаманке? Привела новенького, чтобы совершила обряд с нами. Что за шаманка? У нас с ней счеты. Из-за нее бесследно исчезла моя сестра Лаура. Последний раз ее видели на играх у этой ведьмы. Валим! Вот черт! Зачем пришли? Что ты сделала с Лаурой? Я не виновата в ее исчезновении. Убирайтесь! Эдит умерла. Я оставила вам завещание. Мы не желали ей смерти. Она хотела доказать, что невиновна. Теперь это не имеет значения. Вам не нужно завещание на $1 миллион? Просто так? Условие простое. Наверху есть телефон, рядом номер. Каждый из вас должен его набрать и выслушать сообщение. А утром вы получите свои деньги. И кому мы будем звонить? Моей жене. По ее просьбе я похоронил телефон вместе с ней. Ну что, в гости к шаманке? Где вы? Это какой-то портал. Это не игра. Здесь мои правила. У вас нет шансов. Проклятие Лауры. Завещание. В кино 17 декабря.